Согласно статистике Steam за июль, GTX 1060 из 2016 года все еще самая популярная видеокарта, а в каждом третьем ПК до сих пор стоит четырехъядерный процессор. Тут, конечно, можно все списать на дефицит чипов, майнинг, глобальный кризис, но основная причина проста. Зачем тратить деньги на новые железки, если каждое поколение что процессоров, что видеокарт уже не приносит ощущения вау-эффекта? Однако раз в несколько лет звезды сходятся так, что на рынок выбрасывает сразу несколько прорывных кремниевых архитектур, и следующее такое событие случится осенью этого года. Новый Ryzen 7000 с поддержкой DDR5, первые чипы Intel Core 13 поколения с частотой под 6 ГГц, впервые за 20 лет дискретные видеокарты Intel и свежие Radeon и Nvidia RTX 4000, которым приписывают двукратный рост производительности. На связи МК, сегодня обсуждаем ПК-новинки этой осени. И давайте начнем с отстающих. Впервые за несколько лет квартальный отчет Intel показал, что синий чипмейкер на полмиллиарда долларов в минусе. На 25% за год в том числе просел сегмент процессоров и чипсетов. На пятки наступает AMD со своими Ryzen, а 12-е поколение Core с малыми и большими ядрами понравились не всем. Ко всему прочему, свежие решения синих работают в полную силу только на Windows 11, потому что для корректного управления двумя наборами ядер необходим директор потоков, а такой должности в Windows 10 нет. На старых осях Core 12 поколения могут потерять до 10% производительности, а Windows 11, как вы знаете, особой популярностью не пользуется. Только 21% игроков того же Steam обновились до этой операционной системы. К тому же в текущем поколении Intel так и не решила проблемы с тепловыделением. Лишь бешеный TDP в 300 Вт у Core i9-12900K позволяет догнать 16 полноценных ядер Ryzen, что в свою очередь выливается в более серьезные нагрузки на зоны питания плат, что естественно приводит к их удорожанию. Любые платы под Intel 12 поколения стоят дорого, а вот с AM4 таких проблем нет, обновляешь BIOS и ставь хоть Ryzen 5000. Да и в целом процессоры от Intel традиционно стоят дороже и дешевеют медленней. Короче говоря, этот раунд был явно за AMD, которая впервые в истории обошла Intel по рыночной капитализации. Это не значит, что компания AMD теперь больше и богаче. Нет, на Intel у штатов большая ставка, сейчас у компании огромные расходы по расширению и строительству фабрик на родине и в Европе, а тут еще и графическое направление. У AMD, как вы знаете, даже нет своих заводов. Будет забавно, если в будущем красные начнут выпускать свои Ryzen на фабриках Intel. Этой осенью нас ждут решения Core 13 поколения, уже с 24 ядрами и частотами под 6 ГГц. Звучит круто, но есть маленькие нюансы. Первое, что бросается в глаза — удвоение количества энергоэффективных ядер. Если раньше у Core i9 ядерная формула была 8 плюс 8, то теперь 8 плюс 16. У Core i7, соответственно, было 8 плюс 4, теперь 8 плюс 8. И это вызывает неудобные вопросы к компании. Зачем эти ядра в таком количестве в десктопах? Они не особо быстрые по IPC или производительности на Герц на уровне Skylake. Частотами при этом они вообще не радуют, ниже 4 ГГц, да и архитектурно они вообще не изменились. Та же тетя Грейсмонт, что и в текущих процессорах. С учетом того, что большинство пользовательских задач любят высокую одноядерную производительность и не требуют большого числа ядер, попытка впихнуть аж 16 бубенцов в Core i9-13900K выглядит как читинг для поднятия многоядерной мощи в бенчмарках. А вот в большинстве обычных задач толку может быть мало. Разумеется, полностью раскрыться они смогут только в Windows 11. Количество же больших ядер остается прежним — 8 штук в Core i7 и i9, 6 штук в Core i5 и 4 в i3.
Они как раз-таки и сменят архитектуру на более прогрессивную Raptor Cove, что и должно дать буст производительности. Также они ощутимо нарастят частоты. Если у Elder Lake они около 5 ГГц, то в Raptor Lake, если судить по инженерным версиям, мы увидим буст аж на 300-500 МГц, а 6 ГГц станут возможными без всякого жидкого азота, просто под хорошей водянкой. С учетом того, что хорошие Elder Lake являются лучшими по одноядерной производительности, новые топы 13-го поколения тут будут просто монстрами. Инженерники в разгоне уже набирают 1000 баллов в однопотоке теста CPU-Z. Для сравнения, некогда популярный Core i7-2600K на всех своих 4 ядрах и 8 потоках выжимает лишь 1500 в многопотоке. И это опять же сделает Рапторов лучшими игровыми процессорами, так как в таких задачах количество ядер не так важно, как производительность на одно ядро. Будут еще изменения по мелочи, больший объем кэш-памяти, поддержка более высокочастотной памяти DDR5, больше линий PCI-Express 5.0, возможно, новая 700-я линейка чипсетов даст еще какие-то плюшки. Intel верна своему принципу 2 поколения на 1 сокет. Текущие платы 600-й линейки после обновления BIOS будут поддерживать свежие Core 13-го поколения. В итоге топовые Raptor Lake смотрятся интересно. Обновленные и разогнанные большие ядра дадут буст в однопотоке и играх, а россыпь енотовидных ядер, возможно, улучшит производительность в рабочих задачах. И это уже подтверждают тесты. Например, в Geekbench будущий 24-ядерный Core i9-13900K аж на 50% обгоняет как 16-ядерный Ryzen 9 5950X, так и своего предшественника. Но это еще не победа. Все дело в том, что техпроцесс не поменялся. Это все тот же Intel 7, который раньше был 10 нанометров. Увеличение числа вдвое мелких ядер и ощутимый буст по частоте выльются в банальное увеличение реального тепловыделения. Возможно, Рапторы станут самыми горячими десктопами в истории Intel. Мы увидим 400 Вт, и для полного раскрытия потенциала потребуется не только топовая мать с крутым ВРМ, но и серьезная система охлаждения, что сделает такие CPU еще недоступнее для простых пользователей. Но кто покупает этот топ? Простым пользователям всегда были интересны в первую очередь Core i3 и i5. И вот тут все может быть интересно. Если предположить, что условный Core i3-13100 и i5-13400 по аналогии с предшественниками получат по 4,6 больших ядер, но теперь уже на более быстрой архитектуре с существенно поднятыми частотами, это сделает их буквально лучшими игровыми процессорами. Да, они тоже станут горячее, но в таких CPU это может быть не так критично. А с учетом того, что после выхода новых плат решения предыдущие 600-й линейки подешевеют, вполне может быть, что комплекты с Core i3-13100 и B660 станет новым топовым народным игровым решением. Поживем увидим. Линейка Intel Raptor Lake будет анонсирована 28 сентября на мероприятии Intel Innovation. По слухам, Core 13-го поколения поступит в продажу 17 октября. Но вот незадача. На месяц раньше в продажу поступят Ryzen 7000, их анонсируют уже 29 августа, а первые тесты мы увидим 13 сентября, за 2 дня до старта продаж. Тут, конечно, загадывать точно нельзя, мир сейчас штормит, и тот же Китай может откорректировать дорожную карту всех компаний на Тайване. Но что нас ждет в новых Ryzen? Во-первых, впервые за 6 лет поменяется сокет с AM4 на AM5, и в данном случае это скорее уже вынужденная мера. 5-летний старичок AM4, начинавший с простеньких 4-ядерных APU еще на AFX-овой архитектуре, уходит на пенсию. Сокет отработал на все 127%, да и впихнуть поддержку DDR5 просто не хватит контактов. Вполне возможно, что новый безножковый сокет AM5 также будет долгожителем. А в интернете больше не будет этих фото, где процессор выдирают из сокета вместе с кулером и погнутых ножек. Конечно, истинный рукожоп всегда может смять ножки в самом сокете, уронив в него процессор,
Но это уже совсем другая история. Как по мне, LGA-формат практичнее и надежнее PGA. Разумеется, нас ждет поддержка DDR5, да, на год позже, чем у Intel, зато и цены на новую память упали, и наконец-то появились качественные модули с высокой частотой и низкими таймингами, которые действительно увеличивают производительность в сравнении с DDR4. С памятью тут можно было не спешить. Также свежий Ryzen 7000 получит и поддержку PCI Express 5.0 и на видеокарту, и на SSD. И для тех она пока не нужна, но с учетом того, что сокет вполне может прожить на рынке лет 5, задел на будущее есть. Что интересно, судя по схемам плат, некоторые чипсеты на AM5 будут двойными, то есть в прямом смысле состоять из двух кристаллов, к тому же разнесенных по плате. Зачем? Ответа пока на это нет. Теперь поговорим про сами процессоры. Нас, как в случае с Intel Core 13-го поколения, ждет скорее эволюция, чем революция. Так количество ядер не изменится, все так же 6 штук у Ryzen 5 и до 16 у Ryzen 9, зато будет новая архитектура Zen 4 с ростом IPC до 15% и увеличенным объемом кэша, да и частоты наконец-то перемахнут за 5 ГГц. Вызовет ли это рост TDP, точно узнаем уже совсем скоро на презентации, но есть шанс, что горячими новинки AMD не будут, все-таки 5 красных нанометров. Хотя уже есть данные, что топовый Ryzen 9 получит увеличенный до 170 Вт теплопакет. Также свежий Ryzen 7000 обретут пару фич, которыми до этого могли похвастаться только процессоры Intel. Во-первых, теперь даже топовые решения будут в вариантах с интегрированной графикой. До этого момента ей могли похвастаться лишь решения G-серии, которые при этом были ограничены и по ядрам, и по шине PCI. Да, это будет простейшая встройка на базе архитектуры RDNA 2, но для офисных задач ее больше чем хватит. По сути, это интегряшка на тот случай, если что-то произойдет с основной дискретной видеокартой или неожиданно растают льды на полюсе майнеров. А во-вторых, появится поддержка инструкций AVX 512. Да, именно тех, с которыми Intel играет в игру «Добавлю-урежу». Обычным пользователям от этого ни холодно, ни жарко, но вот в задачах обучения искусственного интеллекта, а также некоторых эмуляторах, это может дать существенный буст производительности, в обмен на адовый нагрев, разумеется. В любом случае, лучше такие инструкции иметь, чем не иметь, поэтому решение AMD их добавить – явный плюс. Ну и самое интересное, первые тесты. С учетом того, что до выхода остался месяц, очевидно, они уже начинают появляться в сети. Так, например, 12-ядерный Ryzen 7900X радует скоростью кэш-памяти. Рост относительно предшественников в 2-3 раза, да и Elder Lake в 1,5 раза медленней. Новая архитектура отлично покажет себя в играх. Например, в графическом тесте Basemark 6-ядерный инженерный Ryzen 5 7600X даже с учетом низкой частоты в 4,4 ГГц на 10% обогнал топовый 16-ядерный Ryzen 9 5950X. В общем, Ryzen 7000 выглядит максимально интересно. Их нафаршировали нововведениями по самую странную крышку. Так что ждем анонса в конце августа и первых тестов в сентябре. Битва бубенцовых рапторов и безножковых ряженок будет легендарной. Напишите в комментариях, какой процессор вот на текущий момент вы бы выбрали себе. Очевидно, что к крутому процессору нужна хорошая видеокарта. Конечно же, и NVIDIA, и AMD обновят свои решения, ведь с момента выхода RTX 3000 и RX 6000 прошло уже 2 года. Пора показывать новинки. Начнем с решений зеленых. Достоверных тестов нет, лишь слухи, но многие из них достаточно массовые, и по косвенным признакам им можно верить. Конечно же, нас ждет очередной рост тепловыделения. Не успели мы привыкнуть к 350-ваттным RTX 3090, будущий топ NVIDIA накинет сразу сотню ватт. А может даже и больше. Так что для новых RTX 4000 понадобится блок питания уже ближе к киловатту. Также косвенно об этом увеличении TDP говорит тот факт, что 450-ваттная RTX 3090 Ti получила новый 16-контактный разъем питания. Сама карта не особо интересная, но вполне возможно, что это своеобразный бета-тест. Что касается
касается информации о производительности, то тестов пока нет, только слухи. И в массе своей они обещают двухкратный рост производительности за поколение. Но будем реалистами, в случае с RTX 3000 было ровно то же самое, а на деле мы увидели скорее плюс 50-60% при аналогичном росте количества ядер CUDA. Даже слухов с точной датой презентации пока нет. Инсайдеры сходятся на том, что осенью как раз пройдет 2 года с момента выхода RTX 3000 и Nvidia обновит линейку. Тогда мы узнаем, что подарит нам свежие RTX 4000, кроме роста TDP и производительности. А что там по AMD? С выходом Radeon 6000 компания показала, что вполне может бороться на равных с Nvidia, по крайней мере в играх без трассировки. И хотя эти видеокарты получили блоки для рейтрейсинга, все же в играх с RTX ON их возможности до RTX 3000 ощутимо не дотягивают. Аналогично с умным сглаживанием DLSS. Да, FSR от AMD хороший, во второй версии уже близок к умному апскейлу Nvidia, но все еще при прямом сравнении проигрывает. Но при этом работает на чем угодно, даже на GTX 1000, которые поддержки DLSS не имеют. Так что спасибо красным за продление жизни Pascal. В отличие от Nvidia, AMD уже приоткрыла завесу тайны над Radeon RX 7000 на RDNA 2. Во-первых, компания пообещала не уводить TDP в небеса. Во-вторых, благодаря переходу на 5-нанометровый техпроцесс, пообещала рост производительности на ватт на 50%. Также, по слухам, у новинок не будет проблем с узкой шиной. Она подрастет до уровня карт Nvidia. 384 бита у топов, 256 у среднячков и 128 у базовых решений. При этом будет использоваться быстрая GDDR6 на частоте в 20 ГГц. Так что с учетом увеличенного Infinity кэша, проблем с низкой пропускной способностью у свежих Radeon не будет. И что интересно, RX 7000, как и в случае с Ryzen, могут получить многочиплетную структуру. Топы будут комплектоваться сразу 2 кристаллами GPU, 4 кристаллами для памяти и кристаллом с контроллерами. Насколько это правда, судить сложно. Но с учетом того, что такой подход в случае с Ryzen показал себя отлично, почему бы ему не сработать в случае с GPU? Тем более это позволит масштабировать производительность в максимально широких рамках и победить Nvidia путем глубокого наращивания вычислительных блоков. Правда, тут всплывает вопрос с TDP. В любом случае, правду узнаем скоро, уже этой осенью. Ну и конечно, нужно поговорить о многострадальных видеокартах Intel. И если откинуть алтфажные i740 из 90-х, компания в основном сосредотачивала усилия на интегрированной графике. Поэтому неудивительно, что Intel почувствовала в себе силы, чтобы выйти на рынок дискретной графики. Тем более у крупного чипмейкера есть все возможности. Так, в 2020 году нам рассказали и даже показали видеокарту DG1, по сути, это интегрированная графика из мобильных процессоров 11-го поколения, помещенная в отдельный кристалл и распаянная на текстолите вместе с 4 гигабайтами такой же мобильной памяти. Да, всем было ясно, что это первый блин, и все ждали обновленную DG2, которые теперь называются Arc Alchemic, и не на базе интегрированной графики, а собственным взрослым GPU и быстрой памятью. Компания с их выходом тянула максимально долго, но наконец в июле в Китае начались продажи базовой графики A380. Но тут по классике оказалось все сложно. Во-первых, целый месяц эту карту продавал лишь один неизвестный в России и Европе бренд Гунир, и только в Китае. И лишь пару дней назад вышли варианты от MSI и ASRock. Да, эта компания известна больше по платам, но год назад она стала производить и видеокарты для AMD, ну а теперь для Intel. Однако и их варианты A380 доступны только в Китае, а вот MSI вообще OEM. Где варианты от остальных брендов, Polit, Asus, Gigabyte, ведь та же DG1 вышла и в их вариантах. Ну, во-первых, упущен момент бум майнинга прошел, видеокарт Nvidia и AMD завались как и новых, так и БУ, причем уже нередко дешевле рекомендованного прайса. Выпускать решение третьего вендора смысла нет. Всем понятно,
понятно, что будут шероховатости, а Intel едва ли та компания, которая будет демпинговать ради прибыли. А во-вторых, от крупного ресурса Ygris Lab стало известно, что уже как минимум один производитель отказался от производства карт ARC из-за проблем с качеством. То есть Intel не просто так тянет с массовым выходом. У новинок есть аппаратные проблемы. И, возможно, серьезные. Ну и под конец первые тесты A380 отнюдь не обнадеживают. Это сама по себе карта базового уровня с 75-ваттным теплопакетом, имеющая 6 ГБ GDDR6 памяти на узкой 96-битной шине. Из плюшек можно отметить 8 блоков XE, поддерживающих трассировку лучей. В сегменте $150-$200 это все же редкость. Также можно сказать спасибо Intel за нормальную шину. 8 линий PCI Express 4 для такой карты вполне хватает даже в режиме 3.0. Короче говоря, для бюджетного геймерского решения выглядит неплохо, если бы не одно но. Дрова. Проблемы начинаются еще до установки драйверов. Например, если ваша система не поддерживает технологию Resistable Bar, которая позволяет процессору обращаться ко всему объему видеопамяти, видеокарта от Intel потеряет до 20-30% производительности. С учетом того, что активировать эту технологию после апдейта BIOS можно лишь на платах 4-5-летней давности, проапгрейдить старый ПК с условным i7-3770 такой картой просто не имеет смысла. Но вернемся к драйверам. Если в случае с DG1, которая по сути является интегрированной видеокартой, проблем почти не было, то вот у ARC их целый букет. Первое, что бросается в глаза по большинству тестов, это их сырость. Очевидно, что Intel хорошо оптимизировала ПО для бенчмарков, и поэтому в том же 3D Mark новая A380 ощутимо обгоняет GTX 1650 и лишь на 10% отстает от RX 6500 XT, что, казалось бы, выводит ее на неплохой базовый уровень для гейминга Full HD со средними настройками графики. Однако в реальных играх все ощутимо хуже. Например, в том же Doom Eternal с API Vulkan все очень плохо. Даже GTX 1050 Ti оказывается быстрее, но уж GTX 1650 вообще в полтора раза впереди. А вот в Cyberpunk 2077 индусы из Intel явно постарались с оптимизацией, и новинка совсем чуть-чуть не достает до RX 6500 XT. Сама Intel признает, что у карты есть проблемы с производительностью в играх на DirectX 10 и 11, а ведь это огромное количество крутых проектов прошлых лет, да и хватает других детских болезней. Например, карта не умеет останавливать вентиляторы при отсутствии нагрузки, что выливается в достаточно громкий шум. Да и вообще, есть проблемы с 2D режимом, в котором A380 потребляет даже больше RX 6700, но зато под нагрузкой она максимально экономична, всего 65 Вт потребления, тогда как у GTX 1650 под 80. Короче, первая и пока единственная карта Intel ARC вышла явно сырой, и если программные проблемы ожидаемые, вполне решаемые допиливанием драйверов, то вот возможные аппаратные недостатки настораживают. В любом случае, Intel не просто так выпустила только одну базовую A380 и только в Китае. Это явно бета-тест, так что остается надеяться, что к мировому релизу более быстрых карт 500 и 700 линейки компания поправит все проблемы. И есть все шансы, что это произойдет до конца года. Что в итоге? Осень, пора сбора кремниевого урожая, и в этом году он обещает быть максимально богатым. Выходят новые процессоры, причем в случае с AMD апдейт кардинальный, новые видеокарты, к тому же с третьим игроком на рынке. Но в этот раз я вам советовать ждать больше не буду. Вы сами видите, что происходит в мире. Тайвань с чипмейкером TSMC в кольце Китая. По всей планете затыки с компонентами для создания кремниевых чипов, и никто не знает, что будет дальше. Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Какими бы ни были крутыми новинки, текущие процессоры и видеокарты точно дадут вам 3-4 года беспроблемной работы.
Поэтому, если надо, обновляйтесь. Я вот немножко обновился. Обо всех новинках, новостях IT вы можете почитать в нашем телеграм-канале и группе ВКонтакте. Ссылочки будут в описании. Позже мы там разыграем наш эксклюзивный мерч. Пошито всего 50 комплектов. Я очень им горжусь. Очень классная одежда. В общем, на связи был МК. Меня зовут Михаил Крошин. Ждем осени и посмотрим, что будет дальше. Пока.